Грозный Терек несет свои воды. Ну вот. Вот на фоне Терека заканчиваю это путешествие. Двигаюсь на Владикавказ. До обеда у меня будет поезд. Все, уже на вокзале готов. Думаю, тоже выезжать. Сейчас поезд подадут. На это стоит арабский поезд. Все, двигаю пока по перрону. Сейчас двигаю до дома. Все, приехал в Москву, выезжаю с вокзала. Наверное, проеду уже прям через город. Тем более сейчас еще 6:30 утра. Город свободный. Доеду, домчусь быстро. Все на месте.
Так, а где я сейчас нахожусь? Нахожусь я сейчас на Павелецкой. Семь утра, воскресное, воскресенье в Москве. Красота, людей нет, можно ехать по тротуарам, не нестись по дорогам. Все, как будто ничего не было. Ну вот уже все совсем близко к дому. Осталось на флешке 4 минуты. Было еще 3,5 часа. Вот. Сейчас надо будет смонтировать киношку. Погода офигенная стоит. Как будто ничего и не было вчера. Там вчера такой шухер был, что просто вообще. А сегодня уже все тишина. И Москва. Как ни в чем не бывало. Утром в воскресенье все из клубов повываливали. Пьяненькие.